Всем привет, друзья, кролиководы, подписчики, одномышленники. Опять я у кроликов. Решил сделать обзорчик и доложить некую информацию. Все у меня восстанавливается, то есть по последствиям геморрагической болезни все остановилось уже на протяжении 2 недель. Морозы прошли. Сейчас у нас, ну, такая странная погода. Неделю назад -28, сейчас +5. Резкие перепады. Ну, что есть, то есть. Кролик, давайте начнем уже снимать. Это сегодня кролик восстановился. Уколол ему 3 дня антибиотик. Ну, скорее всего, он просто подмелся. Тогда с ним все прекрасно. Чувствует себя отлично. Вот такой, что-то линять опять начал. Ну, не страшно. Он поработал вчера и сегодня. То есть, 2 крольчихи загуляло у меня, и я их покрыл. То есть, начинаем восстанавливать поголовье кроликов. Там покрыл я, не знаю, когда ролик выйдет, покрыл я 27 и 28. Сегодня 28 и вчера 27 января было. То есть, под конец февраля у меня окролы. Через неделю еще должен покрыть парочку. Или одну, я подумаю. Специально покрывал 2, чтобы окрол был, ну, или день в день, или через день, потому что там у одной в основном больше крольчат, и поэтому... Ну, дойдем до него, давайте. Кролика показал, покажи серую. Он там сидит серая. Вот ее выводок. Пока не потекали, можем показать. Такая вот малышня. Все отлично у них, морозы перенесли. Хорошо. Ну, пришел. Интересно, что светится. Пугливая мыша. Разве не милота? Хорошие кролики. Тоже на следующей неделе купил вакцину, провакцинирую. Если маловаты, ну, посмотрим. Идем дальше. Крола вам показал. Спускаемся вниз. Так. Вот та же моя белая со своим однюсеньким. Вот она погуляла сегодня. Сделал 3 садки, все как положено. 28-го. Ну и такой у него кудряшка. Лохматенький. Пускай живет пока с ней. Я там позже освобожу клетку и его пересажу тогда на откорм. Вот так вдвоем, я думаю, и теплее будет сидеть. Так, здесь моя черная, непонятно когда гулявшая мамаша. Своим выводком. Убрал им сегодня маточник, потому что гадить начали в маточнике. А мне это не нравится. Маточник я сразу, когда убираю, стараюсь сразу помыть, высушить, а уже перед установкой в следующую клетку я его обжигаю и дезинфицирую. Ну вот так. Как у людей мне рассказывают, что крольчихи кидаются. Ни поилку, ни корма не насыпать. У меня нет ни одной крольчихи, ни одного крыла, который кидался на меня. Сколько я их держу, давно я такого не понял, что кто-то проявлял агрессию. Если такое где-то проявится, их сразу, мне кажется, надо убирать, а не держать дальше. Залез на мамку. Снимаю уже поздновато, уже темнеет, поэтому... Видно, ребят, так себе. Не так. Всем говорю, что у меня телефон плохо снимает в темное время суток со вспышкой. И все равно снимаю со вспышкой. Но не успеваю. Так что извините уж пока так.
Идем дальше. Рядом. А, и это там мамаша, у которой замерзли крольчата в большие морозы. Вот она покрыта вчера. Тоже она в охоте, все отлично, гуляет. То есть с ее организмом все в порядке. Маточники не убираю, она в маточнике не гонит. Так он, скорее всего, здесь месяц и будет. Возможно, я подумаю, я его достану, обожгу и опять всуну. Ну, мамаша. Вот такая вот крольчиха. Фокус на ней не срабатывает. Идем дальше. А это та крольчиха, у которой же геморрагичка забрала всю малышню. Вот она. Она не кроется. Не в охоте. Была в охоте дня два назад, но сейчас не в охоте. Поэтому не покрылась. Постараюсь покрыть ее на следующей недельке. Вообще у меня сильно я хотела эту покрыть, но не загуля. То есть не в охоте, не погуляла. Но ничего страшного. Покроем в следующей неделе. Маточник я тоже у него не вытягивал. Скорее всего, перед окровом я вытяну его, обожгу, продезинфицирую и всуну обратно. Вот так. Идем дальше. Шпингалеты немного попрогибал, хотя бы могу закрывать. Здесь такая вот дебелая двоечка же на откорме. Такие уже крупные, хорошие. Ну, пускай пока живут. Поскольку у меня пошел сбой в программе. Это, скорее всего, два крыла. Вот так вот. Пускай пока поживут. Идем дальше. Когда уже начнут тень увеличиваться, темнеет рано, ничего не успеваю. Вот черная мальгероиня, ну, ее выводок. Ее, ребят, говорил, я уберу, потому что хочу немного сбавить обороты по кроликам. Ну, а там посмотрим. Скорее всего, уберу. Она чуть-чуть мелковата, мне кажется. Как черный плохо камера снимает, при него засветится. Ну и в последней клеточке тоже двоечка на откорме, тоже ждет своей участи. Такая вот неплохая двоечка. Крупные, хорошие, ну, пускай еще растут. Ну, вот так вот. Все, ребят. С каждой минутой темнеет еще больше, поэтому все хуже и хуже виднее вам. Ну и мне, само собой. Еще раз до серой. Я когда смотрю на малышню, мне это приносит некую радость. Значит, не все так плохо, если есть малышня. Правильно я думаю. Все, ребят, все начинает налаживаться. Я думаю, свои поголовье кроликов мы восстановим к сезону. Ну так все. Всем спасибо за внимание. Всем удачки. И всем пока.